Если я им воспользуюсь, значит, Нью-Йорк уложил меня на лопатки. Знаете, что я заметил? Ваша жизнь такой бардак. Спасибо. Ведь так? Вам никто этого не говорил? Вы первый. С каких пор они занимают лучшие места? Правлению белых конец. Я никогда не видела этого фильма, но он конкретно пропагандирует капитализм. Почему это успех? Считается, что все мы хотим сидеть в огромном кабинете и зарабатывать кучу денег. Это корпоративная политика. Сучка. Да? Да. О, нет. Ты просто